Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова требуют компенсации морального ущерба. Они подали гражданские иски. Каждый из них требует сумму в 1 000 000 рублей от актера. По словам адвоката Александра Добровинского, эти деньги будут направлены на благотворительность. Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда, сказал Добровинский.